Всем привет и добро пожаловать в сообщество «Первый лад», где из вас делают гитаристов, которых хочется слушать. Меня зовут Кирилл Богданов, и сегодня я с радостью с вами разберу одну из своих любимых песен «Friday I'm in Love» группы The Cure. Я играю в группе Slightly Kill. Если вы захотите послушать, все ссылки вы найдете в описании. Группа The Cure образовалась в Великобритании в 1978 году, а эта песня вышла в 92 году на 9-м альбоме группы The Cure «Wish». Я уверен, что вы знаете прекрасно эту песню, и вам будет очень интересно ее разобрать. По крайней мере, с гитарной точки зрения, она супер увлекательная. Давайте, наконец, перейдем к разбору. Итак, сначала мы разберем все аккорды, а потом займемся мелодией. В куплете следующие аккорды. Ре мажор. Соль мажор. Снова ре. Ля мажор. Си минор. Соль мажор. Ре мажор. Ля мажор. Все вместе. После каждого второго аккорда я делаю такую вот штуку. Сейчас я покажу медленно и надеюсь, вы поймете. В середине песни есть еще одна небольшая часть, и она играется следующим образом. Соль мажор, ля мажор, си минор, соль мажор, ре мажор и ля мажор. Эта часть начинается со слов Saturday Wait. А теперь давайте разберем мелодию. Начинается она так. Третья струна открытая. Вторая струна на третьем ладу. Первая струна открытая. Первая струна на втором ладу. Первая струна открытая. И вторая струна на третьем ладу. И в конце нота соль, третья струна открытая. В медленном темпе. Теперь давайте разберем следующий кусочек. Он играется так. Первая струна чередуется открытой и второй лад. Таким образом. И заканчивается все на второй струне, на третьем ладу. Следующая часть начинается с похожей фразы. Только дальше играется на этой же первой струне, вот так. Соединим. Следующая фраза начинается опять на первой струне.
По сути, она повторяет первую. И концовка этой мелодии играется следующим образом. Вторая струна, третий лад. Вторая струна, пятый лад. Снова третий лад. Третья струна, второй лад. Третья струна, четвертый лад. Третья струна, второй лад. И снова начальный риф. Все вместе. В этой песне еще есть замечательное соло. Я не буду разбирать его подробно, но покажу в медленном темпе. На самом деле замены. Очень круто. Ну, прям... В смысле, как это называется? Вот Денис, наверное, подскажет. Обращение, да. Вообще-то прикольно. Вроде он играет то же самое, что играет ритм-гитара, но... Типа, как получается, арпеджио? Ну, кроме вот этого места. Кайф, вообще кайф. Ну да. Для тех, кто досмотрел до этого места, напишите, пожалуйста, в комментариях свой любимый день недели. Очень надеюсь, что вы досмотрели это видео до конца. Очень был рад разобрать с вами эту замечательную песню. Подписывайтесь на канал. И пока!